Всем привет на канале Tasty Food. Хочу вам предложить очень классный салат с огурцом. Он как подходит на любой пикник, так и очень хорошо подходит к гарниру, особенно картошечке. Вот такие вот ингредиенты мне понадобятся. Конечно же, для рецепта мне понадобятся огурчики. Огурчики лучше брать небольшого размера. Также мне понадобится острый перец, укроп, черный перец, орегано, соль, сахар, чеснок, уксус 9% и подсолнечное масло. Приступаю! Чем хорош этот салат? То, что его можно приготовить в пакете. Вы перемешали все ингредиенты, положили в пакет и взяли на пикник. И не надо пачкать ни на какую посуду. Но все-таки, если вы будете готовить его дома, и можно его сделать в любой посуде, которая у вас есть. Огурцы нарезайте, как вы считаете нужным. Но я в этом рецепте не люблю, когда огурцы нарезаны мелко. Укладываю огурцы в пакет, либо в удобную для вас посуду. Нарезаю укроп. Сюда же отправляю укроп. Для этого рецепта укропа не жалейте. Мелко нарезаю острый перец. Смотрите, острый перец добавляйте по желанию. Я очень люблю, когда эти огурчики немного остренькие. Когда нарезаете перец, когда дойдете до семян, в этот рецепт класть семена не нужно. Лучше очистите перец. Мне для этого рецепта, для половины килограмма огурцов, понадобится пол перца. Выдавливаю также сюда чеснок. Засыпаю сюда черный перец, соль, сахар, орегано. Закрываю пакет и хорошо перемешиваю. После того, как хорошо перемешал, открываю и только после этого отправляю уксус и подсолнечное масло. Опять немного перемешиваю. И вкуснейший салат готов. Можно его отправить в холодильник буквально на пару часов. Огурчики поставили в холодильнике 2 часа. Не терпится их попробовать. Я скажу, все приправы, все ингредиенты в этом салате именно в тему. Укроп, орегано, чесночок, ну просто бомбический салат с огурцов. Приготовьте, вы не пожалеете. Всем, кому понравился рецепт этого салата, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующих видео. А также подписывайтесь на мой новый канал «Кухня за одну минуту». Пока!